Что говорите, слышно Махараджи, да? Да, я отлично слышно его, очень хорошо. Даже там лучше, чем было. Вариант нам в дальнейшем использовать. Мы продолжаем. Мы продолжаем слушать о путешествиях маленького пастушка по имени Гоп Кумар. Ему его гуру дал мантру, благодаря которой он смог путешествовать. С помощью силы этой мантры он смог подняться даже на Брахмалоку, высшую планету этой вселенной. Но когда он был на Брахмалоке, он услышал, как люди, как находясь на Земле, человек может обрести освобождение от материальной природы. То есть ему рассказали историю, как человек смог достичь освобождения, и очень возносили этого человека. There began to a discussion among the different people on Brahmaloka. They were discussing whether or not liberation is easy or whether it's very difficult. И таким образом между жителями Брахмалоки завязалась беседа. Они рассуждали, сложно ли достичь освобождения. So, of course, for the impersonalists, those people following the impersonal path, liberation is the goal. Конечно, для тех, кто следует по имперсональному пути, освобождение является высшей целью. But for the devotees, liberation is the beginning of devotion. Но для преданных освобождение — это лишь начало их преданного служения. So liberation is something which is something it's something which devotees don't really desire. It's very easy. It's available for them anytime. Освобождение — это не то, чего на самом деле желают преданных, потому что освобождение доступно им в любой момент. So there are many great sages all living on Brahmaloka, and many of them are the personification of different scriptures. На Брахмалоке живет очень много святых мудрецов, и некоторые из них являются воплощениями различных писаний, олицетворениями различных писаний. So there was at one point the discussion became quite heated. They were arguing because
some people were saying liberation is very difficult, very hard to attain, and others were saying it's easy. И вот в какой-то момент этот спор об освобождении достиг накала, потому что некоторые люди говорили, что освобождение достичь очень сложно, а некоторые говорили, что наоборот его легко достичь. So there were people from the agamas on one side, the agamas meaning like the Vedic scriptures, and on the other side you have people presenting the Purana. И вот с одной стороны в этом споре одну сторону представляли мудрецы, которые олицетворяют ведические писания, а с другой стороны те, кто олицетворяют Пураны. And they were discussing about whether or not liberation is achieved. Some people say it's achieved just by chanting mantras. Одни утверждали, что освобождение можно достичь просто воспевая мантры. If you chant mantras about the Supreme Lord, then you can get liberation. Они говорили, что если вы воспеваете мантры о Верховном Господе, таким образом вы достигнете освобождения. So, some of the devotees there, some of the people there, they could not tolerate that. They didn't like to hear all the arguing going on, and they covered their ears so they didn't hear. И некоторым из присутствующих это очень не понравилось, и они даже закрыли уши, чтобы не слышать это. People like the Puranas and the Upanishads and the Agamas, they had been silent. But when they heard all this arguing going on, then they just left. They didn't stay around. Люди, которые были на стороне Упанишад, Пуран, они не смогли это вынести и просто покинули это место. So the discussions were forgotten about. And they changed the topic, they changed to another topic. Тему спора поменяли, они перестали обсуждать это и начали обсуждать другое. But some people, they didn't want to get involved in all this discussion, so they just left. Но опять нашлись люди, которые не хотели принимать участие в дальнейшем обсуждении и покинули это место. Они не хотели слушать, как выражаются сомнения в могуществе мантр, которые связаны с Верховным Господом, потому что они подумали, что если я буду продолжать слушать это, то я нанесу оскорбление, и поэтому они ушли. Поскольку эти люди олицетворяли некоторые писания, которые возносят важность и могущество мантр. И они не хотели слышать сомнения в могуществе имен Господа. So the Upanishads, they were the first ones to keep quiet. They were showing by their example. They kept very quiet. They didn't get involved in the argument. И Упанишады, те, кто олицетворял Упанишады, сохраняли молчание. И они показали пример, как можно не вовлекаться в спор. Yeah.
They kept quiet. And then they were followed by the Bhagavatam and other Purana. Их примеру последовал Бхагаватам и другие Пураны. And when they stopped, when they avoided the debate, it was the Bhagavatam were the first ones to avoid the debate. И олицетворение Бхагаватам было первым, кто уклонился от участия в споре. So when they had the debate, it was the Puranas and the Upanishads became the arbitrators. И в споре олицетворение Пуран и Упанишат заняли сторону как судьи, медиатора. They were the ones to decide who's the winner. So they chose the Agama. The victory went to the Agama. Им выпало решить, кто же прав в этом споре, и они выбрали Агамас. Gopkumar was very pleased when that happened. И Гопкумар был очень доволен, когда это произошло. But the most advanced Purana and the Upanishad, they had gone off, they walked out of the debate. Но самые продвинутые олицетворения Пуран и Упанишад покинули место спора. They were impartial. They didn't care about either side. И они не занимали чью-либо сторону. But they knew what was correct. They knew that liberation is easily achieved just by chanting mantras, worshipping the Lord. Но при этом они знали правильный ответ, что освобождение легко достигается путем воспевания мантр и поклонения Господу. There's a statement in the scriptures that says that even the sun and the moon and other planets are created and destroyed again and again. В Писаниях есть такое утверждение, что даже Солнце и Луна создаются и уничтожаются снова и снова. But people who meditate on the 12-syllable Vishnu mantra never have to return to the material world. Но люди, которые медитируют на 12 слогов Вишну-мантры, никогда не возвращаются в материальный мир. And there's another statement in the scriptures, which says, the Lord is always satisfied when praised by the chanting of his mantra. А другое утверждение гласит, что Господу всегда приятно слышать, как его восхваляют с помощью мантр. So he gives abundance and he gives enjoyment and eternal liberation to those who chant his mantra. И поэтому он дарует вечное освобождение тем, кто повторяет мантры с его именами. So Gopkumara, he'd been given a mantra by his guru, which is a prayer to the Supreme Lord. И Гопкумару также его гуру дал мантру, которая восхваляет Верховного Господа. So he had no interest in any other kind of spiritual practice.
и его не интересовали никакие другие виды духовной практики. So he was very happy when he heard them declare that the chanting of the Vedic mantra, the chanting of the Lord's mantra is very powerful. И ему было очень приятно слышать, что в ходе спора была установлена такая истина, что освобождение можно достичь при помощи воспевания ведических мантр. Просто воспевая мантры, можно очень легко достичь освобождения. So Gop Kumar could understand the mood of the people who had gone away from the debate. Но при этом Гоп Кумар понимал настроение тех, кто покинул место спора. He understood they were upset. They didn't like to hear all this argument. Он понимал, что они были очень огорчены и не хотели слушать эти споры. But Gop Kumar said he was able to pacify them. He praised them and he brought them back to the center. Но Гоп Кумар смог умиротворить их и вернуть в место собрания. He had seen the smiles on the faces of some of these different devotees. Он увидел улыбки на лицах некоторых из этих преданных. Они покинули место спора и не хотели продолжать слышать эти споры. So when he saw these signs, then Gop Kumar could understand that these people, these scriptures, were they had actually understood the truth. Когда он увидел некоторые признаки у этих олицетворенных писаний, что они поняли истину. So Gop Kumar approached them very humbly and praised them and was able to bring them back. Он подошел к ним в очень смиренном состоянии ума, вознес им хвалу и смог убедить их вернуться обратно. So from the people he brought back people like the personification of the Srimad Bhagavatam and the И он смог убедить вернуться олицетворенные Бхагаватам и другие писания. So Gop Kumar asked them about what was the actual truth of the mantra. И Гоп Кумар спросил у них, в чем же заключается истина по этому предмету. Yeah, he wanted to understand what is the actual nature of liberation. Он хотел понять истинную природу освобождения. And he wanted to know why they had acted in the way they had done. И также он хотел понять, почему они поступили таким образом. Why they had first of all smiles. They'd smiled silently. Во-первых, ему было интересно узнать, почему они молча улыбались. Then they covered their ears. А затем они закрыли свои уши руками. And then they left the assembly. А затем они покинули место этого собрания. So Gop Kumar wants to know why they acted in that way. И Гоп Кумар хотел узнать, почему они поступили таким образом. So this was the
literal devotional scriptures like Srimad Bhagavatam, other scriptures. Все эти люди были олицетворениями писаний, которые описывают преданность Шримад Бхагаватам и другие. So they met with Gopkumar. Remember, Gopkumar had become Lord Brahma, as he gives a position of Brahma. So they met with Gopkumar, they replied. Напомню, к тому времени Гопкумар уже достиг положения Брахмы, и они встретились с ним и стали объяснять ему. So the devotional scriptures, like the Srimad Bhagavatam, they told Gopkumar, they said, this topic is secret. It's a rare treasure. Итак, эти олицетворенные писания начали говорить Гопкумару, что это на самом деле большой секрет, это очень редкое сокровище. But we will explain it to you because you have many good qualities. Но поскольку ты обладаешь множеством хороших качеств, мы объясним это тебе. И именно благодаря твоим возвышенным качествам мы расскажем тебе обо всем. Because Gopkumar's Lord Brahma is worthy of this, of hearing this. И поскольку Гопкумар занимал положение Брахмы, он был достоин услышать это. It's a very elevated topic, but they consider because he's in the position of Lord Brahma, he must be qualified. Это была очень возвышенная тема, но они посчитали, что раз он уже достиг положения Брахмы, ему можно рассказать об этом. So someone may argue that the secrets of devotional service shouldn't be told to just anyone. Кто-то может возразить, секреты преданного служения не должны быть в открытом доступе для любого человека. Even if he's in the position of Lord Brahma, he's the Lord of the universe. He shouldn't be given this knowledge unless he is fully surrendered to the Lord. Даже человеку, достигшему положения Брахмы, не должны раскрываться эти секреты, если он полностью не предался и не вручил себя Господу. Он должен быть для этого преданным. Gopkumar, he has special qualification. Но у Гопкумара была особая квалификация. Because he's very eager to engage in the service of the Lord. That's his main qualification. Потому что он страстно желал заняться преданным служением Господу, и это была его основная квалификация. So the devotional scriptures, they told Gopkumar that we are dedicated to the Supreme Lord's devotional service. И таким образом эти олицетворенные писания, описывающие преданное служение, сказали, мы посвящены описанию преданного служения. We may sometimes discuss liberation. But only to encourage people to give it up completely. Иногда мы обсуждаем освобождение, но только для того, чтобы убедить людей в том, что от него нужно отказаться. And when we speak about liberation, we will condemn it, everything that goes with it. И когда мы обсуждаем освобождение, мы осуждаем и само освобождение, и все, что связано с ним.
So the scriptures which represent devotional service, they will never encourage liberation. И писания, которые описывают преданное служение, никогда не будут поощрять стремление к освобождению. But sometimes they may describe it. Но иногда они могут описывать его. Common people, they're not able to give up their attachment to something. Обычные люди не могут избавиться от привязанности к чему-либо. They have to be taught why it's not good to desire. А людям нужно объяснять, почему это не очень хорошо иметь желание. So when the devotee scriptures began to speak about liberation, they will criticize attachment to liberation. И когда эти писания, описывающие преданность, начинают обсуждать освобождение, они критикуют попытки добиться его. И они также осуждают привязанность людей к гьяне и другим имперсональным проявлениям. Они не одобряют желание людей достичь имперсонального освобождения. Они не одобряют желание достичь освобождения. The devotional scriptures will glorify the process of devotional service. Писание, Священное Писание в преданности прославляет процесс преданного служения. But sometimes to describe devotional service, they will sometimes speak highly about liberation. Иногда, чтобы лучше объяснить процесс преданного служения, они упоминают освобождение. But liberation is never the final goal of spiritual discipline. Но освобождение никогда не является высшей целью духовной практики. We should understand that in liberation there is not even a trace of real happiness. Мы должны понять, что в освобождении не содержится ни следа настоящего счастья. So in some places in the scriptures we will hear that there's happiness found in liberation. А в некоторых местах в священных писаниях может упоминаться, что благодаря освобождению можно достичь счастья. And certainly the happiness of liberation will be greater than any happiness in material life. И, конечно, счастье от освобождения выше и сильнее, чем любое счастье в материальном мире. But the happiness of liberation can never compare to the happiness of pure devotional service. Но счастье от освобождения невозможно сравнивать со счастьем от преданного служения. Чистого преданного служения. The happiness of pure devotional service is millions of times greater than the happiness of material life. Счастье, которое дарует чистое преданное служение, в миллионы раз сильнее, чем счастье от освобождения. The happiness of liberation can never compare to the happiness of devotional service. Счастье от освобождения невозможно сравнивать со счастьем от преданного служения. So this idea of happiness and liberation is only it's just a
это theoretical creation. It's not actual real happiness. Счастье от освобождения, можно сказать, что оно относится к теории, поскольку оно не содержит в себе настоящего счастья. Actually, there's no real happiness in liberation. Потому что по факту в освобождении не существует настоящего счастья. The so-called happiness of liberation is compared to the happiness of not being sick. Так называемое счастье освобождения сравнивается со счастьем того, кто выздоровел. It's compared to the enjoyment of a deep sleep. Еще его сравнивают с наслаждением от глубокого сна. But the whole idea of liberation. So this idea of being liberated is only due to ignorance. И сама идея освобождения рождается из невежества. So the scriptures, they like to support their statements with analogy. В писаниях различные идеи подтверждаются аналогиями. Just like they say here, happiness of not being sick. Как вот здесь приводится пример, счастье от освобождения – это счастье человека, который излечился от болезни. So that is not real happiness. Это не настоящее счастье. In the same way, deep sleep. There's no real happiness in deep sleep. То же самое и с глубоким сном. Нет настоящего счастья в глубоком сне. Глубокий сон – это просто еще один вид невежества. Но глупые люди думают, что они счастливы, спя глубоким сном. Потому что когда они спят, они свободны от бесконечного потока мыслей в их голове. They're free of all the dreams and the agitations in the mind. They think I've slept happily. Они отдыхают от этих бесконечных возбуждающих факторов, возникающих у них в уме, и поэтому они чувствуют счастье от того, что они хорошо поспали. So the same way people imagine that there is happiness in liberation. И точно так же люди просто воображают, что в освобождении существует счастье. But actually that state of liberation is just a void where there's it's a void, there's no birth, there's no death. And there's no pain of the material existence. Но на самом деле освобождение – это просто пустота, в котором не существует ни рождения, ни смерти, ни материальной боли. So when people praise liberation, it's only because they're not aware of the fact. И когда люди восхваляют освобождение, это просто означает, что они не понимают истинных фактов.
And to say they're liberated, it's not actually true. И на самом деле неверно утверждать, что они достигли освобождения. It is said that the idea of material bondage and that of liberation are both kinds of ignorance, or two kinds of ignorance. Поскольку и материальная обусловленность, и освобождение — это просто два разных вида невежества. Ни в том, ни в другом нет настоящего знания. They don't exist when we know that the soul, if we know that the soul is different from matter, then we will know these things don't exist. Если мы поймем, что душа отлична от материи, то мы поймем, что этого на самом деле не существует. So the idea of bondage to the material world, being liberated from the material world, they have no meaning. Как привязанность к материальному миру, так и освобождение от материального мира не имеет смысла. Just like day and night have nothing to do, there's no question of day and night for the sun. So we can't talk about day and night for the sun. Как, например, солнце вообще не зависит от смены дня и ночи. So, if there's even just a shadow of the Lord Snake, if someone chants even once, or if he enters, if it, the holy name of the Lord enters the ears, then liberation can be easily achieved. Но если человек произнес или услышал даже тень святого имени Господа, он легко может достичь освобождения. So even sometimes, even though people may hear about liberation, that it's not actually real, but still they may want to try for it. Когда люди слышат об освобождении, они не понимают, что оно на самом деле нереально. Но тем не менее они предпринимают попытки достичь его. So they can learn that the devotees achieve liberation without any effort from their own part. И такие люди могут прочитать о том, что преданные могут достичь освобождения без больших усилий. Для преданных освобождение — это просто побочный продукт их преданного служения. В этом заключается доброта Господа. And the chanting of the holy name of the Lord doesn't have to even be pure. Даже не обязательно чисто воспевать святое имя Господа. If they simply chant the shadow of the name, the shadow of the Lord's holy name, they can be liberated. Человек может получить освобождение, даже если произносит всего лишь тень святого имени Господа. That is what's called Namaba. Namaba means the shadow of the name. Это называется Намабхаса, тень святого имени.
So the Namabhas is the shadow of the real hope of the real object of the world. Нама Абхаса — это тень настоящего объекта этого мира. Even if somebody may utter the holy name unintentionally, they will get the benefit of chanting the Namabha. Если человек произносит даже ненамеренно святое имя, он может получить благо от произнесения Намабхасы. Даже произнося его в шутку или посмеиваясь, so just the fact that they chant the holy name, the sounds that contain the Lord's holy name, because they're chanting the Lord's name, even though the mood is not perfect, they get the benefit of chanting at the Namabhas stage, at the intermediate stage. Сам факт того, что люди произносят звуки, которые содержат святое имя Господа, даже с не с чистым настроением, уже дает им возможность произносить Намабхасу. И в результате такого воспевания люди могут достичь освобождения. Just like Ajamila, in the sixth canto of the Bhagavatam, we have the story of Ajamila, who was a sinful man, but he chanted the holy name at Namabha. Как Аджамила, историю которого мы читаем в шестой песне Шримад Бхагаватам, и который был греховным человеком, но смог очиститься, произнося Намабхасу. Эффектом такого воспевания является разрушение греховных реакций. We can get free from all sins just by chanting the holy name. Поэтому просто воспевая святое имя, мы можем избавиться от последствий всех своих грехов. This is the only process recommended to get free of sinful reactions. Это единственный процесс, который рекомендуется для избавления от последствий своих грехов. And even someone may chant the Lord's name with the pronunciation may not be right, but still he will get the benefit. Человек получит благо от воспевания святого имени, даже если он произносит его не совсем правильно. Поскольку человек может получить благо от воспевания, если произносит без оскорблений. Just like Ajamila was very sinful, but while dying, because he, when he was dying, he chanted the holy name, calling for his son. Аджамила был очень греховным человеком, но умирая, он звал своего сына и таким образом произносил святое имя Господа. So he remembered the name of the Lord at the time of death. Таким образом, получилось, что он вспомнил святое имя Господа в момент смерти и таким образом освободился от всех последствий своих грехов. There's another story also, tells the story of a person called Satyatapa.
Есть еще одна история о человеке, которого звали Сатьятапа. So a tiger one time came to the hermitage where the brahmana was very busy chanting japa. Однажды в место, где этот брахман сидел и читал джапу, пришел тигр. And he was standing in water when he was doing his chanting. Когда этот брахман читал джапу, этот тигр стоял и смотрел на него. И этот тигр хотел съесть брахмана. But just as the tiger was going to eat the brahmana, a hunter came there, killed the tiger. Но когда тигр уже готовился напасть на брахмана, пришел человек, который спас его. И поскольку этот тигр слышал святые имена, которые произносил брахман, он получил освобождение. So the devotional scriptures explain that although liberation appears attractive to some people, we should understand it's not very significant. И далее олицетворенное писание продолжает объяснять, что несмотря на то, что освобождение кажется привлекательным для некоторых людей, оно на самом деле не имеет значения, оно несущественно. Some people, they will accept other scriptures as authority. Некоторые люди принимают другие писания за авторитет. So when people debate things philosophically, they will present their different evidence. Когда люди ведут философские споры, они приводят различные аргументы. And they will present their opinions based on their own assumptions. И они выражают свое мнение, основанное на своих знаниях. Just like Buddhists, they will say that everything is unreal. Как, например, буддисты говорят, что все нереально. The logicians, followers of Gautama, they will say that whatever has qualities is real. А логики последователи Гаутамы, наоборот, утверждают, что все, что имеет качество, реально. So when we have a debate, when a debate takes place, then each side will present their arguments. И когда возникает спор, каждая сторона приводит свои аргументы. So when they have a debate, the one side should accept the opinion of the other side. И когда происходит спор, одна сторона должна принимать мнение другой. And they should use the other side's arguments to establish their own conclusion. И каждая из сторон, чтобы установить свои собственные заключения, должна использовать аргументы другой стороны. So the devotees, they will accept the statements from the scriptures that support liberation.
и преданные принимают заключение Писаний. We should understand that liberation means the removal of all misery. Мы должны понять, что освобождение — это избавление от страданий. The end of all illusion, all illusory activity. Это прекращение иллюзорной деятельности. It's also it stops us from giving up the false identities created by mind. И также освобождение помогает избавиться от ложной обусловленности, созданной Майей. No, not stopping. It allows the self-realization. Liberation allows us to understand the false identities created by mind. Освобождение помогает нам понять ложное отождествление, созданное нам Майей. И позволяет нам осознать себя. So there are different definitions of liberation. Существуют разные определения освобождения. Different chapters get different expressions of what is liberation. В разных шастрах содержатся разные описания того, что такое освобождение. The followers of Gautama, who follow the Nyaya or the logic, they say that liberation means to get rid of all kinds of misery. Последователи Гаутами, логики, проповедующие философию Ньяи, говорят, что освобождение — это избавление от всех материальных страданий. So, yeah, they want to get rid of all kinds of misery. And they count the different miseries as 21. Последователи Ньяи хотят избавиться от всех материальных страданий, которых насчитывается 21. So they say liberation means complete stoppage of all suffering. Они говорят, что освобождение — это полное прекращение всех страданий. And the Vedanta, those who follow Vedanta, they say that liberation is the end of illusion. А последователи Веданты говорят, что освобождение — это прекращение иллюзии. But another party of impersonalists, they will say that liberation is giving up the false identity. А имперсоналисты говорят, что освобождение — это отказ от своего ложного отождествления. That false identity is produced by the power of illusion. Ложное отождествление появляется у нас под воздействием иллюзии. And they want to realize themselves to be one with the Brahman. И такие люди хотят осознать, что они едины с Брахманом. But then there are other philosophers. There are people called the Vivartavadis. And they describe that the false identity of the illusion soul
They describe what is the false identity of the illusion soul. А другие философы, Ривард Хавади, объясняют, в чем же состоит ложное отождествление обусловленной души. They will explain that false identity in terms of duality, the cycles of life, death. Они объясняют это ложное отождествление с точки зрения двойственности и процесса повторяющихся рождений и смертей. The cycle of life and death. And then there are impersonalists who will talk about liberation. They will say liberation means to give up other identities and simply focus on our eternal identity. Есть еще один вид имперсоналистов, которые говорят, что нужно оставить ложное отождествление и понять нашу вечную природу. На этом мы остановимся. Вопрос. Вы сказали, что освобождение очень легко достичь. Но что значит? Значит ли это что? Значит ли это, что мы просто меняем объект своей привязанности с материального на духовное? Это первая часть вопроса. Да. Да, можно сказать, что это один из видов освобождения. Можем ли мы также сказать, что освобождение — это лестница, процесс, в котором есть много ступеней? Я не слышал, чтобы это так описывалось. Да,
Sometimes there are some delightful feelings others. Иногда в отношениях с другими у нас существует двойственность. Должны ли мы спорить или спокойно обсуждать, руководствуясь наставлениями Писания? Спрашивать у более возвышенных преданных? Спрашивать у гуру, как справляться с двойственностью в отношениях с другими? Да, нужно относиться к людям с терпением. If we are not an authority in the matter, then we don't want to get involved. Если мы не являемся старшими по этому вопросу и не являемся авторитетом, то мы не вступаем в спор. We should be cautious about voicing our own opinion to others. Выражая свое мнение другим людям, мы должны быть внимательны. Distribution of books. They are solid problems. They can change the whole world. The whole foundation of animal civilization can be destroyed. If I have hope for still living, I want you to organize the books. Make it careful. Simple living and typing from Fuji style, August 9th. 1967. If these farms become successful, then the whole world will be enveloped by Krishna consciousness. Satoshi's letter, 1977. 我想请教乌尔玛的，我们生活在城市里，养马，为牛接马，也等时代的潮流来。 Мы живем в городе. И поддерживаем кормление коров. Равно ли это кормлению коров на ферме и защите коров? То есть, если мы лично это не делаем, если мы просто жертвуем на это.
I don't think I want to get involved in this. I don't think this is relevant to what we're discussing here today. Я не думаю, что это как-то относится к теме, которую мы сегодня обсуждали. В лекции вы говорили о святом имени. Да, мне слышно, но я, когда говорю, не всегда успеваю. Ну, основную суть я слышу и перевожу вопрос. Одна преданная использует астрологию и васту, чтобы проповедовать и распространять книги. И таким образом пытается возвышать других. А таким образом, тех, кто интересуется философией, она пытается привлечь к воспеванию. Махарадж сказал, да, нормально, пусть продолжает. Люди, стремящиеся к освобождению, они хотят вечного служения Господу. They're impersonalists. They don't know about devotional service. They just simply want to get out of the material world. Обычно, когда мы говорим об освобождении, все-таки имеется в виду имперсональное освобождение. И эти люди не хотят служить Господу, они просто хотят прекратить материальное существование. Люди, которые еще не получили должного знания, очень
they don't have to care about liberation. Sorry, but devotional service to the Lord. But they're good at heart. They keep on serving Lord Krishna, but without knowing what they also service, right? Yes, yes. But they don't have an idea about devotional service yet. Okay. And that Lord Krishna is God. Люди, которые слушают Господа, но не понимают, что они делают, и не имеют идеи преданного служения, они тоже получат освобождение. Yeah, they just want to get out of the material world. They want to get free of birth and death. Такие люди просто хотят вырваться из материального мира и прекратить череду повторяющихся рождений и смертей. No knowledge of и у них нет знания о преданном служении. So their motive is selfish. Поэтому их то, что ими движет, это их эгоизм. Джамила воспевала на Абхасу без оскорблений. Но воспевание святого имени. Главным оскорблением является невнимательное воспевание. И когда мы воспеваем несознательно, это значит невнимательно, и это тоже оскорбление. Вопрос, а Джамила воспевала оскорбительно или нет? А Джамила воспевала без оскорбления. Джамила воспевал без оскорблений, поскольку он очень внимательно звал своего сына, но он звал своего сына, а не обращался к Господу Вишну. Он взывал к чьей-либо помощи, поскольку он уже видел этих устрашающих ямадутов, которые появились рядом с ним. И он хотел, чтобы кто-то пришел и спас его от них. When he was chanting, then at that time, because although he was calling to his son, then he remembered also about the Lord. He remembered that when he was a young man, he had worshipped the Supreme Lord.
И взывая к своему сыну и называя его имя, он также вспомнил о Господе и вспомнил, как в молодости он занимался преданным служением. Вы упомянули, что в освобождении нет настоящего счастья. Это сравнивается с тем, как человек выздоровел от болезни. Но мы знаем, что есть 5 видов освобождения. И кроме саюджа мукти, остальные виды освобождения тоже считается, что они не приносят счастья. There are 5 kinds of liberation, not 6. 5. Represented by both. But the Sayuja Mukti, the merging with the one that there's no happiness, that liberation. Существует 5 видов освобождения, и Саюджья Мукти — это растворение в безличном брахмане, и оно не приносит счастья. There's no suffering. That is the happiness. The happiness of no suffering. That is the only happiness which is there in the Saiyujya Mukti. Единственное счастье, которое предоставляется Юджья Мукти, это отсутствие страданий. Счастье заключается там именно в отсутствии страданий. But the other 4 kinds of liberation, one enjoys happiness, one enjoys the loving exchanges with the Lord. Но в остальных 4 видах освобождения человек испытывает счастье от общения с Верховным Господом. Because these 4 kinds of liberation, which are, can be given to devotees, they will enter into the spiritual planet. But the impersonalist, the Sayuja Mukti, he will not enter into the spiritual planet. He only enters into the light, into the Brahmacharya. Потому что в 4 видах освобождения, которые могут быть дарованы преданному, преданный попадает на духовные планеты, тогда как в безличном освобождении человек не попадает на духовные планеты, а лишь в безличное сияние. Поскольку мы до сих пор живем в материальном теле, можем ли мы развить чистую любовь к Кришне? У нас ограничены чувства, ограничены знания. К
как с помощью этих ограниченных чувств мы можем полностью осознать себя. By the grace of Krishna. По милости Кришны. She's asking, something developed Lord Krishna, because we are still in unity Можем ли мы развить чистую любовь к Кришне, находясь в материальном теле? Да, по милости Кришны мы можем. Когда Кришна видит наше искреннее желание служить. Как мы можем одухотворить свои ограниченные чувства? Пытаясь использовать их в служении Кришне. Вопрос. А? Глубокий сон не дает счастья. Но глубокий сон делает нас здоровее. We have to understand that sleep is a condition of ignorance. Мы должны понять, что сон — это требование нашего невежественного состояния. Наше сознание подавлено. И когда настанет наш момент смерти, мы должны быть в сознании, мы не хотим быть в бессознательном состоянии. Вопрос. Астрология действительно может помочь преданным достичь успеха в преданном служении и, или в материальной жизни? Ответ. Астрология не на 100% точна, она просто подсказывает направление. Астрология может помочь до какой-то степени.
но не нужно полностью зависеть от астрологии. And it's concerned mainly with spirit, not spiritual life. That our spiritual activities are not shown. They can't count for that by astrology. И астрология, она в основном подсказывает направление именно для материальной жизни. Мы не можем надеяться на астрологию, когда мы говорим о своем духовном пути. Или астрология бхакти-йоги. Бхакти-йога трансцендентна, а астрология нет. Different astrologers will have different opinions. И у разных астрологов могут быть разные мнения. Поэтому, если вы по какому-то вопросу обратитесь к разным астрологам, то вам могут дать разные мнения, и может даже возникнуть противоречие в этих мнениях. Душу нельзя разделить, вопрос. И сверхдушу также нельзя разделить на части. Между Кришной и его воплощениями экспансии нет разницы. Рама и Лакшман — это экспансия Кришны. Господь Рама, Кришна и Лакшман представляют собой одну и ту же верховную душу. Ответ нет. Krishna is the supreme soul. Кришна — это сверхдуша. Может ли верховное живое существо иметь неограниченное количество экспансий и воплощений? Да, может. Могут ли в одном теле жить несколько душ? No. Кажется. Нет. Maharaj,
материальном мире. А наше служение Господу приравнивается к освобождению. Но мы занимаемся все равно материальными делами и общаемся с непреданными. Но помним о Господе в сердце и служим Верховному Господу. Можем ли мы таким образом оправдывать себя? Ответ — это зависит от вас. Вы занимаетесь деятельностью для себя или для Господа? Everything depends on the attitude. Все зависит от отношения. Maybe the same, but one is doing for the Lord and one is doing for his own self. Одну и ту же работу можно делать как для Господа, так и для себя. Хотя Джамил думал о своем младшем сыне, но он громко выкрикивал святое имя. Не успела поймать суть вопроса. Down vibration. Arrested took over the mind. Этот звук святого имени, он захватил его ум. Down vibration was the name of the Lord. So it had spiritual potency. Эти слова, которые он произносил, это было имя Господа, и в имени Господа заключается духовная энергия. Because he chanted the name of the Lord, he didn't just think about his son, but he remembered the Lord. И поскольку он произносил имя Господа, он не только думал о своем сыне, но и вспомнил Господа. Я
Моя дочь читает джапу лежа. Вопрос. И, конечно, получается не очень внимательно. Но я не хочу на нее давить, поскольку я боюсь, что она просто прекратит тогда. Конечно, в таком воспевании присутствуют оскорбления. А чего в этом больше, оскорблений или преданности, которые она развивает? She's asking me for the result. This kind of job, because there is certain stuff. Какой будет результат такой джапы, поскольку там в любом случае присутствует оскорбление, но также там есть и какое-то благо. Ответ Махараджи. Нужно смотреть, как долго она воспевает. We have to examine how long she chants for and how much chanting she does. We have to see if, you know, if she's going to keep chanting. Можно смотреть, собирается ли она вообще продолжать читать джапу. Лучше для нее на данный момент петь в киртанах совместных. Мой сын работает в магазине, продает мясо. Я не могу на него повлиять, с одной стороны, чтобы он это бросил, с другой стороны, я мать и должна что-то делать. Как мне разрешить эту дилемму? А почему он должен именно в магазине работать? I don't think you have to help him if he's serving, if he's selling cooked meat. I don't think that's good for you. Get involved. Я не думаю, что это хорошо для него работать в магазине, продавать мясо. И для вас тоже эта ситуация нехорошая, потому что это будет вас вовлекать в такую же деятельность. Вопросы закончились. Махарадж поблагодарил всех преданных за перевод, за слушание и пожелал счастливого воспевания.
Спасибо большое, Мадхури Мамададжи. Такой бонус нам подарили. Спасибо.